Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Вот какое описание нашел картине Густава Клинта «Даная». Известный миф о Данае у Густава Клинта получил слишком чувственную интерпретацию. Даная лежит, приняв позу плода, погруженный в эротический сон, а золотой дождь, в который превратился бог Юпитер, падает между ее ног. Клинт был знаменит как портретист и художник стенной росписи. Он был одним из основателей венской группы «Сецессион», которая противостояла консерватизму академического искусства. Художник разработал стиль, в котором двухмерная абстрактная живопись окружает трехмерные натуралистические фигуры. Роскошь его работ почти не имеет равных в искусстве 20 века. Ну а вот предыстория была такая, что царь Аргоса запер свою дочь Данаю в башне, чтобы помешать ей зачать ребенка, после того, как оракул предсказал ему, что он будет свергнут своим внуком. Юпитер увидел прекрасную деву с небес и решил похитить ее. Но, лишенный возможности обладать ею в своем обличии, он проник в нее волшебным золотым дождем. В результате Даная родила героя Персея. Округлые женские формы и орнамент являются теми главными композиционными элементами, которые придают эротичность полотну, которое еще более подчеркивается золотым цветом дождя. Выбор позы и искаженная перспектива придают телу Данаю необычную сексуальность. Вот такое описание я нашел в картине Густава Клинта «Даная». Все, всем пока, всем привет, до свидания.